Здравствуйте, наш уважаемый покупатель. Меня зовут Лебедев Анатолий. Я работаю в компании «Мир Квартир» уже более 14 лет. Стоял у истоков создания коммерческого отдела по продаже элитной недвижимости. Сейчас я с удовольствием покажу вам квартиру, которая располагается по адресу Смольный проспект, дом 9. Квартира четырехкомнатная, общей площадью 120 квадратных метров. Находится на третьем этаже трехэтажного здания. Вход парадный с улицы, отремонтированная входная группа, есть лифт. В парадной сделан косметический ремонт, покрашены стены, установлен портал камина. Украшением парадной является большая хрустальная люстра, которая была привезена из города Гусь Хрустальный. Сейчас мы находимся в этой замечательной квартире, которая была создана известным санкт-петербургским архитектором. Квартира четырехкомнатная, общей площадью 120 квадратных метров. Состоит из кухни-столовой, гостиной, трех спален, двух ванных комнат, двух гардеробных, постирочной. Квартира начинается с прихожей и холла, где находится прекрасная гардеробная, где можно разместить свои вещи. В квартире установлена система приточно-вытяжной вентиляции с канальным кондиционированием. С пульта на стене можно устанавливать необходимую температуру воздуха. Сейчас мы находимся в кухне-столовой, общей площадью 20 квадратных метров, которая двумя окнами выходит на Смольный проспект. В кухне установлена мебель и осветительные приборы ведущих европейских и американских производителей. В центре находится дизайнерский стол со стульями, где можно расположиться всей семье. Очень интересным дизайнерским решением была установка мебельной секции вместе с холодильником и встроенной бытовой техникой, разделяющей зону гостиной от зоны столовой. Квартира очень спокойная и душевная. Комфортное эмоциональное состояние создает натуральные отделочные материалы, которыми являются дубовый пол, широкие мраморные подоконники, эксклюзивные фактурные ткани, мягкая мебель, локальные светильники. Обратите внимание, в каком цветовом решении выполнена отделка данной квартиры. Из гостиной мы попадаем в приватную часть квартиры, где находятся три спальни. Данная квартира двухсторонняя. Три комнаты окнами выходят в тихий закрытый двор. Сейчас мы находимся в дамской спальне, у которой есть собственная ванная комната. Вторая ванная комната отделана мрамором и наполнена сантехникой и мебелью ведущего европейского бренда. Сейчас мы находимся во второй спальне, которая уютно оформлена текстилем, светильниками и имеет большую гардеробную. Третья комната универсальная. Ее можно использовать как спальню или как кабинет. Отличается она еще большей зоной хранения. Здание расположено вблизи Смольной набережной, Смольного собора и здания правительства Санкт-Петербурга. Многие годы неизменно этот район отличается своей статусностью и спокойствием. Приглашаю вас на просмотр этой замечательной квартиры. Уверен, что она вам понравится, и вы в нее влюбитесь. Жду вашего звонка. До встречи!